Более 112 тысяч нарушений закона выявили прокуроры Дагестана в минувшем году. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии прокуратуры республики. Здесь обсудили итоги работы за прошлый год и задачи по укреплению законности и правопорядка на первое полугодие этого года. В заседании принял участие глава Дагестана. В 2023 году, на самом деле, укрепление законности и правопорядка, и роль прокуратуры в этом была ощутима, особенно во второй половине года, когда прокуратуру возглавил Виктор Исакович. Это и выезды в районы, и встречи с населением, осуществление приема граждан, причем не только здесь в прокуратуре, но и на местах. Это очень важно, иметь обратную связь и понимать, какие проблемы есть у населения. В прошлом году прокуроры решили около 26 тысяч обращений граждан, отстаивали их права, в том числе трудовые. Так, в результате прокурорского реагирования удалось погасить задолженность по заработной плате на сумму 120 миллионов рублей перед работниками 52 предприятий. Восстановлены нарушенные права свыше 5 тысяч граждан на своевременную оплату труда. Принимались меры по недопущению необоснованного роста цен на продукты питания, лекарства, продолжались надзорные мероприятия для решения системных проблем в сферах трудовых и земельных отношений, реализация национальных проектов, градостроительства, ТЭК, ЖКХ, осуществление прав предпринимателей и других. На постоянном контроле вопросы противодействия экстремизму и терроризму. Также особое внимание уделяется борьбе с коррупцией.